Дедушка, а какие еще есть края на Кавказе? О, на Кавказе еще много всего, о чем можно рассказать, сынок. Например, это удивительная страна, удивительное место Азербайджан, который расположился на побережье Каспийского моря. Он очень много выдающихся людей родил на этот свет. Помню, у меня был такой друг азербайджанец. Ох, как он танцевал! Видел бы ты, сынок. Азербайджан!